Всем привет, у нас сегодня игра Самантра от разработчика Вилнессы. И давайте начинать смотреть, что это за игра. Так, я взял одну свечу, у меня уже одна была в инвентаре, сейчас стало две, сейчас давайте ее зажгем. Так, стало светлее. Так, давайте определимся, куда пойдем. Давайте налево. Посмотрим. Так, пока не знаю, для чего свечи нужны. Скорее всего, какие-то монстры должны появляться. И я их буду отгонять. Так, а сейчас куда? Опять налево. Давайте все разы... Все разы налево. Ну вот этому монстру не помешало. Так, что у нас здесь? О, еще свеча. Мне как будто бы свечи собирать. Хотя, смотрите, надо книги найти. Так, вот мы нашли дверь. И что здесь? Здесь у нас сундуки. Смотрите, еще свеча. У нас уже три свечи. Четыре свечи. Ну, то есть три. И фиг. Так, у нас три свечи, одна горит. И нет ни одной книжки. Так, это я пошел все разы налево. Сейчас прямо идем. Так, вот значит, как Самантра выглядит. Ура. Она себя показала. Молодец. Заходим дальше. Еще сундук. О, наконец-то, первая книга, ура. Так, на стеллаже ничего нет. Ну-ка, что у нас в ящиках? О, видели? Багуется, что можно залезать. Так, ну-ка, в этом ящике ничего нет. Зажигаем опять свечу, у нас их много. Идем дальше. А вот сейчас куда идти, я не знаю. Конкретно запутаюсь. Смотрите, здесь столько поворотов. А, это я отсюда пришел, да? Точно. Все, сейчас будем ходить везде направо. То есть сейчас пойдем не вот сюда, а дальше. Это я, наверное, кругляй дал. Сейчас посмотрим. Так, жгем. Так, сюда я ходил. И дальше идем. О, нас встречает сундук. Я здесь не был. Это хорошо. Он нас не встречает, там ничего нет. Смотрите, тут какая-то вентиляция. Откроется сундук? Самантра была. Смотрите, сундук там. Но он не открывается отсюда. Все, идем прямо. Прикол. Сейчас пойдем, конечно же, налево. О! Еще раз зажигаем свечу. У нас уже их ноль. Так, смотрите. Да это конкретно конец, я запутаюсь. Так, и куда я сейчас приду? Ничего себе. Здесь такие длинные ходы. Так, и... Ну все. Я уже, наверное, запутался. Так, осторожно. Ящики, ведро деревянное. Ой, чуть не застрял. Так, они меня особо не пугают. О, класс. Вторую книгу нашли. Осталось еще 4. Так, смотрим за этим огромным кубом. Какая-то посылка большая пришла. Так, у меня уже свечей нет. И сердце очень сильно бьется. Так, куда же я приду? О, снежная дверь, смотрите, прикол. Найдены не все книги. То есть это у нас получается выходная дверь. Как найдем все книги, надо идти сюда. А, Самантра. Ужас. Ее приходится оббегать. Интересно, она вообще может убить или она только пугает? Так, повернемся. Да, мы здесь были. Да, ну тут, в принципе, и без свечи не особо темно. Это очень хорошо. Так, тут этот ящик. А куда дальше идти, я уже не помню. Ой. Так. Давайте сюда пойдем. Чисто наугад. Если, конечно, увидим открытую дверь, значит все, конец. Я запутался. Так, ну хотя бы недалеко отошел. Так, значит сейчас пойдем налево. Вот так. И теперь...
Уже хотя бы какой-то мешок. Это радует. Но, возможно, в мешке тело лежит. Так, закрытая дверь есть. Смотрите, еще сразу же закрытая. Так, стеллаж пустой. Это тот самый сундук, который я пытался открыть с того сундука. Ну все, я наконец-то сюда пришел. Но здесь фиг. Здесь Самантра. Да как тогда? Это получается, я ее выпустил? Я нашел всего-то несколько книг, и меня убили. Так, ну сейчас я пошел направо, прикол. Так, ну хорошо, смотрите. Нас сразу же встречает дверь. О, фортепиано. Так, за ним ничего нет. Тут тоже пусто. Пусто. Опять посылки стоят. А, я зажег. Я подумал, темно, оказывается, свечка-то все еще горела. О. Не нажимается. Так, еще дверь. Ладно, ее оставим на потом. Так, странно. На стеллажах частенько ничего нет. Книга есть, ура. Да ты надоела. Я не понял, я тогда ее, получается, открыл и выпустил, что ли? А так ее дух просто летает. Или нет? Либо просто на нее долго нельзя смотреть. Так, да вы меня не напугаете. О! Нет, показалось. Свеча и книга, ура. Зажигаем. Так, вот сейчас, наверное, очень легко заблудиться. Так, ну давайте налево. Так, здесь куча свечей. Они не берутся. Ну-ка, на стул. Залезаем. Давай, залезай. Пик. О! Баганулось. Сейчас сразу за пределы карты улечу. Так, ладно, доигрался. У меня свеча сгорела. Так, лесенка. Можно залезть. Видите, прикол такой. Кстати, на скамейке могло что-то лежать. Я ее не заметил. Только в последний момент увидел. Не страшно. Так, еще дверь. Это, видите, я сразу пошел направо. После начала игры. Да пусто опять. Так. В шкафах хоть ничего нет. Так, у меня всего две книги. Мне еще надо 4, но у нас, получается, есть еще ходы. Странно. В принципе, можно было даже не отходить. Так. О, еще дверь. Кстати, интересно. Эту дверь можно пропустить легко, как вы поняли. Она у нас утоплена в стену. Да что такое-то? Это ужас. О, книга. Так, прикол. Осталось еще 3, то есть половина. Так, интересно, я найду дверь, с которой начинал, или нет? Так, сейчас конкретно уже можно запутаться. Мешок. Это у нас как будто бы то самое начало, с чего я начал всю игру. Так, ну-ка, вот тот самый сундук. Да ты надоела. Не, она реально страшная. Фиг. Поначалу казалось, она безопасна, но она все-таки реально может очень так серьезно напугать, и плюс она убивает, как оказалось. Так, у нас осталось 2 книги, и нам, скорее всего, идти надо налево. Так, ну не сейчас, а вот сейчас. Хотя подождите-ка. Ладно, тут все равно будем плутать еще 1000 раз. Да. Оказалось не налево, наоборот, а прямо. Так. Это мы куда придем?
Так, пока никуда. О! Книга есть, ура. Смотрите, осталась всего одна. Это так мало. И так, скорее всего, долго буду искать. О, есть надежда. Да что такое? Так, свеча. Мы тебя бояться сейчас не будем. 5 секунд, не будем бояться. Все, крах. У меня нет надежд. Только если вот здесь где-нибудь. Ну-ка, направо будет дверь? Нет. Смотрите, еще сюда поворачивает. Так, здесь я уже был, все, конец. 5 книг из 6 найдено, я уже пошел по кругу. А, это вообще крах. Так, значит, идем сейчас налево. Так, о-о-о, ну-ка, а здесь? Сразу же зажигаем. Так, смотрим внимательно на стеллажи. Тут может быть книга. О, книгу 6 нашел, ура. Так. Теперь куда идти? Теперь, наверное, прямо. Вот сюда. Так, смотрите, как найти белую дверь. Я ее нашел. Оказывается, вот есть ориентир. Вот этот ящик одинокий стоящий, смотрите. После него мы идем направо. Вот так. И сейчас все достаточно просто. Вот сюда идем. Да, вот это у нас ориентир, чтобы найти белую конечную дверь. Ну, здесь понятно, да, видите, один ход. Сюда мы не идем. Ну, может быть, зайдем, потому что там дверь. Но нас сейчас она не интересует. И теперь поворачиваем налево. И все, здесь, видите, больше некуда идти. Мы идем четко к белой двери. И дайте выйти, дайте выйти, дайте выйти. А, все. А, потраченное время 13:31. Ну, класс. Это я блуждал там еще минут 5, искал ту дверь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментируйте, пишите ваши рекорды. Посмотрим в комментариях. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.